Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Посмотрите, какое богатство у меня на столе. Посмотрите, сколько пряжи. И эту пряжу предоставил замечательный магазин Yarn21. И у меня сотрудничество с этим магазином. Это уже не первая посылочка. И сегодня я сделаю обзор новой для меня пряжи. Из этой пряжи я никогда не вязала. Расскажу о новых проектах, о проекте, который я уже начала, третья часть спинки свитера для Анечки уже готова. Я вам покажу все. Рассмотрим пряжу, расскажу о впечатлениях. Я навязала образцы и поговорим о магазине, который эту пряжу продает. Сразу хочу сказать, что многие из вас уже воспользовались этим магазином Yarn21 и остались довольны. Действительно, магазин великолепный. Кстати, сегодня ночью появились там новиночки, так что загляните, ждет вас там 3% скидка первых 20 покупателей с промокодом. Вот, надо же, забыла промокод. Интересный промокод Дима придумал. Все оставлю в инфобоксе. Элси, вот. То есть Елена Ситникова, Элси. 3% для вас с этим купоном. Так что сегодня появились новинки в этом магазине. Цены там, я бы сказала, более чем демократичные. И цены удивляют. Так что заходите, посмотрите. Я думаю, что вы обязательно для себя что-то выберете. Магазин находится в Чебоксарах. И достаточно быстро формируется заказ. И до Москвы мой заказ шел буквально 2 дня. Просто видео не выгружала. Это было пожелание Димы. Ждали новинки, ждали новое пополнение. И вот, зайдите, пожалуйста, в магазин. Новая пряжа, новинки. Посмотрите, может быть, что-то для себя выберете. Итак, первая пряжа, о которой я хочу рассказать, сделать на нее обзор. Тем более, я навязала много образцов всяких разных. Вот этот образец даже стиран, высушен. Это пряжа Silky Wool от Yarn Art. Сегодня я буду адвокатом этой пряжи, потому что вчера я посмотрела ролик у Юли на канале «Вязание и я», где эту пряжу просто ругали и говорили, что это синтетика и что она плохая, ну, неприятная тактильно, что она дорогая. Причем у Юли попался моточек, который был почему-то весь изрезан. Я буду адвокатом этой пряжи. Вот это еще раз доказывает то, что мы все разные. И вы можете меня послушать, можете послушать других блогеров. Но вывод вы сделаете свой, когда попробуете сами эту пряжу и попробуете из нее повязать. Я пряжей очень довольна. Я связала, так, давайте сейчас о составе посмотрим. И самое главное скажу о цене в магазине Yarn21. Значит, моточки по 25 грамм. А здесь 35% шелка Райан, но это искусственный шелк. И меринос, мерина вул 65%. 190 метров в 100 граммах. Значит, спицы здесь и крючок рекомендуют троечку. 250 грамм нужно на вот свитер. Правда, не пишут, какого размера. Но сам метраж этой пряжи в 190 метров говорит нам о том, что расход будет минимальным. Я заказала таких моточков у меня 8.
Планировала я вязать из этой пряжи что-то ажурное, но теперь я на распутье. Почему? Потому что я связала образец вот с другой пряжей. Посмотрите, как они подходят друг к другу. Вот это Silky Wool в левой руке, а это у меня пряжа итальянская Рекорд. Оттенки просто идентичны. Вот сейчас солнышко выглянуло, словлю. Посмотрите, как подходят. То есть, помимо того, что эта пряжа, из нее можно вязать, как чисто из нее можно вязать в одну ниточку и получить вот такой ажурный палантин, допустим, или ажурную кофточку. Посмотрите, какая прелесть. Вот, пряжа вытянулась где-то на сантиметра 3 после того, как я ее постирала. Но само полотно воздушное, красивое, а самый обычный простой ажур. Вот, также я думаю, что вот я связала образец, посмотрите, полупатентная резинка в сочетании с лицевой гладью. Ну, это же вообще, посмотрите, ну, это котенок. Я не знаю, какие Юля там увидела синтетические свойства этой пряжи. При тактильности я их не чувствую. Пряжа очень нежная, воздушная. Она состоит, ниточка состоит из двух, вот вы видите, здесь две скруточки. То есть, наверное, одна это вот искусственный шелк, а вторая как раз мерина. А может быть и там смесованная пряжа, просто две вот такие вот ниточки идут. Я вчера, когда услышала вот такой негативный отзыв об этой пряже, что она синтетическая, что заявленный состав неверный, я не поленилась рассоединить эти две ниточки и поджечь эту пряжу. И это просто пепел, нежный пепел. То есть кокса вот этого, если это синтетика, то образуется такой комочек. Вот этого комочка не было вообще. Я нашла вот такой вариант. Кстати, по поводу идей был вопрос, где вы берете идеи для своих проектов. Я часто беру идеи в интернет-магазинах, особенно в тех, где я сотрудничаю, допустим, тот же New Chic. И там очень много вязаных вещей. Конечно, они связаны на машине, но мы же можем это руками связать. Вот очередная такая идея. Посмотрите, в моду опять входит в кружево, но в сочетании с плотной вязкой. В данном случае здесь английская резинка, ну это я так думаю, и рукава кружевные, манжеты тоже вязаны. Посмотрите, какая красота. Вот вам идея, можно связать из этой же пряжи, посмотрите, вот эту же английскую резинку, а рукава связать каким-нибудь ажуром, возможно, даже крючком. Я читала отзывы вчера под Юлиным видео, и многие рукодельницы пишут, что эта пряжа им нравится, что Юля, возможно, попал какой-то, ну, не знаю, не ликвид, может быть, это подделка. Но вы многие хвалите эту пряжу. Так что вот идея, пожалуйста, что можно связать из этой пряжи. И стоит она в этом магазине Yarn21, не поверите, 89 рублей. Да, 25 грамм, но вы извините, метраж в 190 метров, и где-то вам понадобится, ну пусть 12 мотков на какой-то джемпер большого размера. Я думаю, что это очень хороший расход и очень хорошая цена. Вот еще одна идея для вас. Посмотрите, вот такое платье туника. Здесь обычная, ну, может быть, лицевая гладь, может быть, я ошибаюсь. Но здесь, нет, все-таки здесь резиночка. Резинка. И посмотрите, ну, можно связать из лицевой глади, кто мешает. Мне очень нравится вот это простое платье. Нравится украшение. Кстати, украшение мы тоже с вами можем сделать самостоятельно. И вот когда я смесовала вот эти две пряжи, вторая от итальянского производителя BBB, здесь 175 метров в 50 граммах,
вот эта пряжа рекорд. По-моему, 100% меринос состав. Сейчас, если я найду. Ну, по-моему, это мериносик. Не вижу. Да, вот же написано 100% меринос. И вот посмотрите, какой получается образец. Но если вязать вот это платье, я буду все-таки решусь на это, потому что вот этой пряжи у меня 500 грамм, а этой 8 моточков, считайте, сколько? 150 грамм, да? Нет? Или 200? 200 грамм. Вот. То вот в таком составе, если смешать вот эти две пряжицы, вот здесь вот спицы 4,5. Но мне кажется, можно спицы взять даже пятерочку и связать вот такое красивое платье. Либо вот первый вариант, что я вам показывала, с кружевом. Да, возможностей вообще куча. Я не знаю, чем не понравилась эта пряжа Юли. Но вы посмотрите, ну это же вообще, это нежность нежная. Посмотрите, какие палантины, шарфики, ажурные кофточки те же самые. Это я связала, ну, самый простой узор, чтобы посмотреть, как эта пряжа смотрится в ажуре. Ну, на мой взгляд, просто нежность, она очень мягкая. Не знаю, я очень довольна этой пряжей. Если связать вот английской или полупатентной резинкой, посмотрите, как красиво. Вот вам идея шарфика, когда чередуется полупатентная резинка, потом просто в резиночку переходит, либо переходит в ту же лицевую гладь. Вот вам, пожалуйста, уже готовый шарф. Девочки, я не знаю, я просто от души рекомендую вам эту пряжу от Yanard Silky Wool. Да, оттенок здесь 330. Кстати, там такая палитра цветов этой пряжи. Вы в ролике перед видео, вы, наверное, видели. Сейчас я полистаю. Вот, посмотрите, я делала картинки для... Нет, это Милана. Но зайдите на вот Silky Wool, там розовый, там сиреневый, там зеленый, там каких только нет оттенков этой пряжи. Тем более, вы меня простите, 89 рублей, да, 25 грамм, но извините, 190 метров. Что-то за 9 моточков, за 8 моточков у меня получилось 712 рублей. Это, ну, совсем недорого за плечевое изделие. То есть я рекомендую эту пряжу. Вот даже чтобы не быть голословной, посмотрите, вот мой заказ. 89 рублей, это я про Silky Wool. 8 моточков, 712 рублей получилась себестоимость этой пряжи. То есть себестоимость плечевого изделия. Ну, это, я думаю, ну совсем, совсем недорого. Девочки, попробуйте. Не пожалеете. Тем более, пряжа натуральная. Я подожгла, я повторюсь, и остался просто нежный-нежный пепел. А это значит, что в этой пряже синтетики практически нет. Итак, переходим к следующей пряже. Это пряжа Милана. Вот сразу вам показываю цену. 85 рублей. Этой пряжи я, у меня много там. По 6 мотков, потом 4 мотка, 7 мотков. Это вот пряжа Милана. 85 рублей за 50 грамм. Давайте покажу, какие оттенки я выбрала. И расскажу, что из этой пряжи я планирую вообще связать. Посмотрите, какая прелесть. Вот это персиковый цвет. Причем я выбирала оттенки, которые, естественно, между собой сочетаются. Вот такой бежевый, сейчас оттенки конкретно скажу, артикулы. И вот такой, ну я бы сказала, верблюжий. А вот три оттенка этой пряжи. Что же в составе? Такая она толстенькая. Приятное, вязать одно удовольствие. Я сейчас вам покажу образец.
В состав 8% альпака, 20% шерсть, 8% вискоза и 64% акрил. Вот этот персиковый оттенок 853. Посмотрите, какой образец я связала. Очень красиво смотрится вот этот узор. Рис, мох, жемчужный, по-разному его называют. А он двусторонний, такой пухлячок получается. Да, по-моему, я не сказала метраж. 150 метров, по-моему. Нет, 130 метров в 50 граммах. То есть это 260 на 100 грамм получается. Значит, что здесь по спицам? Я не помню, честно говоря. 4 миллиметра. Да, четверочка я и вязала. 4 спицы, 4 миллиметра крючок. Пряжа держит форму. Пряжа очень мягкая. Просто класснючая. Так, оттенок вот этот, который бежевый. 854. И который верблюжий. Сейчас скажу, 855. Вот такие три оттенка. Ну, посмотрите, вы посмотрите на образец. Просто классный. Я думаю, что будет хорошо держать резинку. Посмотрите, какую модель я хочу связать. И эта модель, скорее всего, будет сшивная. И практически все оттенки у меня есть. И розовые, и белые. Правда, не в этой пряже у меня белый есть, но в другой пряже. Но оттенки очень похожи. И вот такое сочетание теплых цветов мне очень нравится. Это тоже модель взята из интернет-магазина New Chic. Ее можно купить, но ее можно и связать. Давно хотела связать что-то с капюшоном. Вот так смотрится модель со спины. Здесь можно использовать изнаночную, ну, платочную вязку. И вот такой небольшой ажур. Обычные воздушные петли в шахматном порядке. В воздушной петле накиды и лицевые в шахматном порядке. Это я так думаю. Снимаю ролик в урывках между стуками. У нас ремонт идет на верхнем этаже. Если вы там будете слышать какие-то стуки, значит, я не успела нажать на кнопочку «Стоп». Итак, еще раз хочу вернуться к этой модели. Очень хочу ее связать. Почему сшивная? А видите, как здесь реглан? Ясное дело, что он сшивной. Вот почему я хочу именно так, чтобы была вот такая не имитация, а вот такое сочетание цвета. То есть, если мы будем реглан вязать сверху, допустим, или снизу, у нас здесь будет идти полоса. А мне бы хотелось вот именно вот так, чтобы вот это было белым, допустим, а рукав шел другого цвета. Вот мне очень нравится такой элемент, и поэтому буду вязать сшивное. И регланом. Вот здесь вот будет, естественно, шов. Ну, а для вас, как идея, во-первых, можно связать регланом сверху. И идея сочетания цвета. Если у вас ваши оттенки теплые, то это ваша модель. В принципе, можно сочетать любые цвета. Но здесь уже как бы готовое сочетание для тех, у кого трудности с сочетаемостью цветов. Еще я у себя нашла вот такую троицкую Алису. Она тоже сочетается с этим цветом Милана. И здесь тоже полушерсть и вискоза. Они еще и по составу подходят друг к другу. Так что, возможно, еще, может быть, будет какой-то однотонный проект с добавлением вот этой Алисы. Алиса у меня 200 грамм, а вот этой пряжи 300 грамм. То есть, в итоге 500 грамм можно связать какое-то плечевое изделие. Итак, на арену выходит последняя пряжа, вернее, предпоследняя. Ну, махер я из махера не вязала. Образцы. Я сейчас хочу вам представить пряжу Yarn Art Baby Cotton. Итак, внимание, цена. 71 рубль за
50 грамм пряжи. Вот вы видите, 13 моточков у меня, 923 рубля. Цвет 452. И из этой пряжи я уже стала вязать дочери джемпер или свитер. Еще не решили, как будет сделана горловина. Этот джемпер я уже вязала. Идея из интернета. Это мой, как это назвать, жилет короткий. Сейчас я вам покажу то, о чем я говорю. И я ездила к дочери, в общем, выбирали модель и все-таки остановились именно на этой модели. Я говорю вот об этой модели. Кто помнит со мной давно, кто давно со мной на канале, те помнят, что я вязала эту пряжу. Кстати, я поговорю сейчас еще и о качестве пряжи. И какие выводы я сделала после того, как это изделие даже не то, что носилось, одевалось несколько раз. Так что вот не все, что дорого, то хорошо. Еще поговорим об этом. Итак, я начала вязать такую же модель из пряжи Baby Cotton от Янард. Здесь 50 грамм, цвет 452, 165 метров в 50 граммах. Ну и, естественно, это полухлопок. 50% хлопок, 50% акрил. Вот вы видите. Но я эту пряжу смешала с пряжей, с носочной пряжей опал. Посмотрите, как они подходят друг к другу. Опал мне предоставлял магазин Кудель. Эту пряжу я просто обожаю. У меня уже ни одно изделие связано, правда, в разной смесовке из опала. Но вот опал и хлопок, полухлопок, я еще не смешивала. Почему не смешивала? Потому что была задача, мне дочь поставила такую нелегкую задачу, чтобы можно было свитер бросить в машинку и стирать. То есть ей не хочется стирать вручную. Я все вязаные изделия стираю вручную. Но этот свитер можно будет, вообще ничего не опасаясь, стирать в машинке. Потому что вот эта носочная пряжа опал. Сейчас я попробую найти моточек. Вот она, эта пряжа. Представлена как носочная, но я из нее вяжу плечевые изделия. Значит, что здесь за колор? 51-93. Пряжа не из дешевых, но пряжа класснючая. Она прекрасно держит форму, держит араны, резинки всевозможные. И ее с легкостью можно стирать в машине, ничего и не делается. Естественно, хлопок то же самое. И вот я, в общем, дочери показала, она в восторге, сказала: мам, как же мне нравится, но еще этот свитер можно будет стирать в машине. Так что вот, что я уже вяжу, уже, ну, третья часть-то, наверное, ну, четвертая точно связана спинки. Здесь вот такая широкая резинка, здесь будет бахрома, ну, вот как мы... Как на картинке, я решила воплотить этот свитер для дочери, потому что ей он очень, просто очень понравился. Тем более я уже себе вязала этот укороченный жилет, и я уже знаю все тонкости, как, чего и где. Поэтому этот свитер с легкостью и быстро свяжется. Пряжа мягкая. Пряжа классная, ну, полухлопок, он и есть полухлопок. И по такой цене, еще раз повторюсь, я очень рекомендую вам эту пряжу. И вообще рекомендую этот магазин. Это не реклама, это реальность. Зайдите и все сами увидите и поймете. Ну, а теперь для наглядности я хочу вам показать и рассказать о своих впечатлениях. И, пожалуй, это будут только мои впечатления о дорогой пряже, из которой я вязала. Это вот Alta Moda. Здесь кашемир и, ну, в общем,
с этой пряжей были трудности. Сейчас я сниму остаточек из нее, все, что у меня осталось. Шнурковая пряжа итальянского производителя. Здесь 10% полиамид, 12% кашемир и 78% шерсть. Я сейчас не говорю о магазине, который ее предоставил. Плохой он или хороший, дело не в этом. Девочки, поймите меня правильно. Вязалась она с удовольствием, эта вещь. Вязалась быстро, это мягко, это все просто замечательно. Но после того, как я даже не носила, я эту вещь еще не носила, я ее просто примеряла и снимала ролики для вас. Это я уже много-много пообрывала вот этих вот катышей. Вот, пожалуйста, вам дорогая пряжа. В кадре, конечно, не очень хорошо все это наглядно показать. Ну вот, сейчас попробую. Ну вот она вся в катышках. Причем эти катышки, они не только, ну там, где трется рука, да, они на плечах, они везде, ну вот просто везде. Вот видите, вот такой вот неряшливый вид. Да, она очень приятная к телу, она очень тактильная. Ничего не могу сказать. Но вот эти катыши, вот они, по всему изделию. Я говорю, я вчера просто, когда вытащила, мне нужно было вязать дочери, ну и посмотреть, как тут резинка, как что, сколько петель. И я достала и при дневном свете стала рассматривать вот этот свой жилет. И я была просто поражена. Я, ну, катыши, они везде есть, не спорю. Но в таком количестве и везде, по всему полотну, ну, я не знаю. В общем, вот вам, пожалуйста, дешевая пряжа и дорогая пряжа. Так вот, правду говорят, что не все то золото, что блестит. Не вся дорогая пряжа. Ну, вот они. Вот, вы видите? Вот, посмотрите. Я хотела к этой модели еще связать, ну, чтобы был комплект. А сейчас, честно говоря, у меня даже отпало желание. Ну вот видите, да? Да, конечно, я буду носить это изделие куда-то в парк, может быть, даже дома. Но, честно говоря, меня вот такое качество пряжи не устраивает. Если даже взять вот эту пряжу, опал, и вот этот смесовку с хлопком, я думаю, вот эта пряжа вообще катыши не оставляет. Ну, просто от слова совсем. Я имею в виду вот эта носочная пряжа опал. Кстати, вот я вязала тоже образец вместе с смесовкой, с этой полухлопком. Вот как это выглядит. Так что решать, конечно, вам. В том-то вся и прелесть, что мы все разные. Одни ругают, другие хвалят. Но пока вы сами не попробуете, вы не узнаете. И, как говорится, сколько людей, столько и мнений. Ну, пожалуй, что? Вот этот мохер, я из него не вязала, но это тоже предоставлял магазин Yarn 21. Здесь два белых оттенка, два молочных и два вот таких бежевых. Это этим мохером кедроял от Alize. Я тоже довольна. Для меня он не колкий, для кого-то колкий. Но я его заказывала, чтобы как бы добавлять, смешивать с какой-то пряжей. Меня очень устраивает этот мохер. Теперь вот, чтобы не быть голословной, я сейчас вам покажу сумму моего заказа. Количество пряжи вы уже видели. И вот посмотрите теперь на сумму, сколько это стоило. 4416 рублей
вместе с доставкой в 413 рублей. Вот такое количество пряжи. Я не знаю, сколько здесь идей, моделей, вещей я свяжу из этой пряжи, но точно знаю много. Поэтому я вам настоятельно рекомендую сходить в этот магазин Yarn 21. Повторюсь, что там новые поступления были сегодня ночью, обновился состав пряжи. И посмотрите сами, убедитесь в моих словах, может быть, что-то да закажете себе. Я еще раз благодарю магазин за предоставленную пряжу. Эмоции захлестывают. Я не то что довольна, я очень довольна. И нас ждут, конечно же, новые проекты. Ну, а на этом я буду заканчивать сегодняшний ролик. Я желаю вам ровных, красивых петелек, неимоверного полета фантазии. И до скорых встреч! С вами была Елена Ситникова. Пока-пока!